Этот бред про Россию мне не пишите даже. Я оттуда уехал 4 с лишним года назад. Сами там живите, сами рассказывайте своим вдовам, сердечками, какой там жить кайф. Сами рассказывайте вашим политзаключенным, бабушкам за пятерочкой, какой там кайф. Рассказывайте бюджетникам с их зарплатами, какой у вас там кайф. В поликлиниках, в больницах врачам рассказывайте с их зарплатами и нагрузками, какой у вас там кайф. А мне, который уехал из России, не рассказывайте, потому что это бред. Мне Россия снится только в кошмарах. И вот эту чушь мне даже не пишите. Тем более смешно звучит, когда пишут: деньги кончатся, прибежишь. У вас там прям деньги есть, да? Да у вас за лайк сесть можно. За любой комментарий могут посадить. В чем кайф? Не дожить до пенсии? Ну, блин, это без меня как-нибудь. Вы за пределы России вообще выезжали? Вы понимаете, почему ваши чиновники держат своих детей за границей в странах НАТО? Потому что ваши чиновники не верят в вашу страну. Они для своих детей желают самого лучшего. Поэтому вывезли их в страны НАТО. В США в том числе. У телеведущих с российских федеральных каналов и у звезд дети в странах НАТО. У Стриженовой внуки родились в США. Потому что люди хотят своим детям и внукам самого лучшего. Поэтому их вывозят из вашей России. Ваши чиновники не верят в вашу страну. Поэтому они вывезли своих детей подальше. Вашим чиновникам расскажите, что у вас там кайф. Чтобы они поверили, своих детей забрали. Потому что они своих детей, жен, любовниц, любовников держат очень далеко. Потому что они им желают самого лучшего подальше от России.